Привет, дорогие друзья, меня зовут Богдан. Сегодня я буду продолжать снимать видео по игре Max It Magic Marker. Мы остановились на втором уровне. Вот этих чудиков вот так убиваем. Просто палку рисуем. Извините, но я, наверное, буду очень мало говорить что-то. И как вы, наверное, заметили, вот этот все время, вот этот гад все время у нас забирает телек. Смотрите, как тут можно собрать вот эту черную сферку, смотрите. Нужно все время, вот так много этих, почти он улетает. А вообще должно быть по-другому, потому что оно сильно тяжело, как бы он не может двигаться. Но у нас получилось по-другому. Вот это, кстати, еще был баг. Так же с Макса можно делать. Можно вот так очень тонкий, вот так, ну не такой сейчас, вот очень тонкий купол такой сделать, кружок. И вот смотрите, что с ним будет. Видите, он вылез. Тут а вот можно нарисовать палку и вот так все туда прыгнуть. Вот тут я поспешил. Тут смотрите, как нужно, тут нужно и правда поспешить, нужно вот так его толкать. Потом быстро залезть и лоб запрыгнуть, чтобы тот не успел. Тут нужно вот по таким мостикам попрыгать. Тут чтобы еще... Так, тут вроде, да, еще одна сверка. Нужно также посерфить. Вот, только что мы спасла. Тут точно так же нужно. Но я вам, конечно, советую лучше длинную делать. Тут смотрите как. Тут нужно вот залезть еще одну сферу. И так у нас уже это третья сфера. Так, а тут нужно по батуту попрыгать. Вот так. Опа. И вот мы прошли второй лиц. С вами был Богдан. Мы прошли второй уровень. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Богдан. Всем удачи, всем пока-пока, чао!